Всем привет, с вами Марс. Аишки всем, с вами Саша Дэн. И Рейнго. И мы проходим Left 4 Dead. Да. Ну что ж, поехали. Это вторая глава, по-моему, жертвы в лесу. Ну, не знаю, будем ли мы жертвами в этом лесу. Или мы опять вырежем чертову тучу зомби. Одно мы можем пообещать, тут будет много мяса. Да, как во всем жанре Left 4 Dead. Left 4 Dead это уже даже не игра, это отдельный жанр. Блин, а прикиньте, я с одним пистолетом. Я не взял себе ствола. Беги еще, пока мне не есть. Да ладно? Зачем? Кому это? О, я бочку возьму. Блин. Буду ей махаться. Сейчас она лбу. Подожди, стой. Ай, блин, стой. Я хочу это сделать, подожди. Остановись. Что-то взорвать? Не надо ничего взрывать. Бежит такой, как мишень. Это опасная игрушка. О, сейчас тут будет. Мы еще не были. Да? О. Ты подлезаться. Ой. Там есть патрон? Ой, там есть ствол? Да. Ствол есть? Мне нужен ствол. Вот таблетки есть. Нет, мне нужен... Мне нужна Давай. Пушка. Блин. Опа! У меня нету Зомбяка. Пушки. Где? Не, не знаю. Куда ты кинул? Не знаю. Все, я буду с бочкой ходить. Тебе нравится бочка? Мочи все. Толкнул. О, пистолет. Че, второй? Где? Во. Все, у меня есть оружие. Не для тебя сегодня. У меня есть оружие, все. Я сейчас этого курильщика. Ты что, его, его... Ты его бочкой решил, этим баллоном с газом решил забить? Все, вот так вот. Я порешал. Ребята, вы где? А ты... Мне а... что-то как-то страшно стало. Я бегу, бегу. Да блин, откуда они взялись тут, ё-мо? Они отсюда, приходи. С этого? О, туалет. Туалет? Или что это такое? Не, это коморка. Где заходить, это точно. Куда заходить? О, ё! Сколько вас тут, ребята? А хватит меня есть уже, ну. Запарили демоны. Ой, это ты. Мне нужна пушка. Ты опять протыкал. Или там не было стволов? Кстати, о, я помню это место. И это значит Слендер. Черт. Да-да-да, сейчас такое дыхание сзади, разворачиваюсь, ага. Там такая. И такой телевизор. О, все, убежище. Типа, да что это такое? Да это не глава даже. Так, стоять, ничего не... Дальше нельзя сразу так, опа. Так, ничего не закрывать. Ничего не закрывать. Все? Ну хорошо, я в принципе набрал патронов. Нет, всегда. Ну ладно, я с пистолетами. Не можно, я был с пистолетами. Да блин, что за... Третье место. Зой нажми. Ну ладно. Плевать. Ну, постоянно О, охотник за головами. Тоже третье место. Блин, на что? Не, ну там, где защитник, ты четвертый, так что. А. Тебе вообще повезло. О! Где? Я нашел способ, как быстро спуститься. Да? Какой? Вот так. И все. Прикольно. Луис! Че? Я здесь. Я не Луис, точно. Я упал. Куда? Тут же ж некуда падать. Есть. Есть? Окей. Да.
А я нашел винтовочку. О, эмочка. Хорошо. Прекрасно. О. Как он может так стоять? Кто? Вот тут, смотрите, какой событий. Ага, вижу. Да, 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 я за него. Иди нафиг. Не знаю. Текстура? Для него текстуры плоские. О. Ого. Башку разнес. Патроны? Это что, молоко? Ой. Какое молоко? О чем? Что ты? Что ты наделал? Кто вас так? Кто? Я дверь закрыл. Стой, все. Я пошел тут посижу пока что. А, ты ж, блин, ёп! Посидел? Не надо на меня. Че ты ноешь? Там же все нормально, тебя же не убили. Все, они так внезапно. Это за мою подлость. Просто вы пошли, а я дверь там закрыл еще. Молодец. Я тут один должен стоять, да? Всех мочить. Да, готов. О, дал свечок. Был? Останки. Ну я же говорю, я один должен стоять. Ведьма? Я ее разозлил. Да не. Ой! А уже да. Помоги! Она меня толкнула. Сволочь. Я даже ни разу в нее не успел выстрелить. Че? Какая-то ведьма дохлая попалась. Так, а нам... Нам сюда. А это через туннель. Как-то она очевидна. А скорбинку? Ты что, таблетками закинулся уже? Да. Ну ты наркоман. О, толстый. Бывает же такое. О, курильщик! Выплюнь! Мочи мертвых! Блин, ну капец, что ж такое? Все, отлично. Мне повезло, короче, одновременно и курильщик, и этот, и охотник, и танк, блин, ну что? Что за мать вашу? Иди на этих обезьянов, блин. А чё я? Мразь. Мне очень мало жизни, нет. Нет. Всё, дохну. Да там ещё... Все нормально. Кода есть? Да, печка. Нет. Таблетки. Не, ну у меня есть, но мне жалко. Я... Патронов мало очень. Там сейчас патроны где-то должны быть. Хотя не, придется тебе все-таки подлечить. Стой, иди сюда. Нет, сюда иди. Ну ладно, не хочешь аптечку, не надо, пожалуйста. Нет! Я предлагал, все слышали. А, тут убежит, блин! Убежище. Зараза. Подождите, не закрывайте. Блин, автомат отдай. Ладно, не надо мне. Очень классно. Стой. Эй, зачем? Что такое? Я начал стрелять, позвольте. Так, ну тут хорошо. Тут я выбился на второе место. Как всегда, третье место. Блин, урон на танку меньше всего. Ну ладно. Я это сделал. Самое главное, что я сначала отошел, а потом начал стрелять. Ну, ладно. Ведьму я не стрелял вообще. Фак, е! Блин, Зоина меньше всего урона получила. Блин, сегодня у нее праздник. Третье место. Так, патроны взял, что делал? Так, блин, а что закрыто? Ой, привет. Ой, я дверь случайно в убежище закрыл, там остался. Бывает же такое, да? О, моя любимая бочка. Блин, я думал, ты ее не заметил.
О, и побежал, короче, ломанулся всех мести. Нет, становишься к стенке, получается, и все, отлично, жизнь удалась. И можно махать этой бочкой сколько хочешь, да? Ага. Попробуй. Поймать. Хватит меня грызть. Так, возвращаемся. Чё, отмахался бочкой, что ли? Да, я живой. Не, ну мы все, в принципе, живы. Напролом будет с танком. С бочкой, с газом. Да. Баллон с газом. Офигеть. О, там толстяк или что-то такое стоит. Не, я тебе показал. Толстяк походит. Да нет. Да где ты его? Какой бре-бре. Это кто делает? Не знаю, это бре-бре. Это точно пузырьчик. А, да. Теперь я тоже слышу. Фак! Да ладно. Да нету там никого. А я через окно. Так. Нам не сюда? Больше сюда, да? Такой, блин, я только что двери открыл, короче, а тут уже волчик. Все. Ой. Это, я через окно. А, ты через окно. Какое окно? Подожди, подожди, Макс. Да ладно, все нормально. Вот сюда, кстати. Все, я нашел, спасибо. Как всегда, короткие пути. Да. Так. Бочка! Блин! А что, ту у тебя отобрали? А что, ту бочку у тебя забрали? Блин, пошел, короче, махать. Ой-ой-ой, танк! Нет. А теперь не буду его пускать. Где тут лестница? Я хочу на поле. А, иди на пик. Чё, блин? Он стоит. Капец. Он стоит. Это у меня... Он пока ушёл. А, я полетел. Да-да-да, это у меня виснет. О, не плюй. Да хватит он мне плюнять. Я не в тебя, я в танка. Ох, черт. Маньяк. Маньяк. Он перепутал жертву, он на Зою хотел. Ах, капец. У меня 36 патронов. А тут где-то ведьма, так что туши фонарики. Да не в меня, ну. Где? Где патроны? Там? Внутри? Да-да-да. Да блин, что у меня подвисает? Да-да-да-да-да. Это все из-за меня. Где вы тут патроны нашли? А, вот, блин. Что я слепой такой? Так, надо еще подлечиться заодно. Все, можно дальше. Так. Тушите фонари. Там ведьма где-то должна быть. Нормально. Только ведьмы, только... Ну да. Где ты? Не, ну я пока не слышу ее плача. Малышка, где ты? Я ее услышал. О, слышу. Бочка! Блин. Аптечка. Я думал, ведьма. Оскорбинки. Этот уже наркоман, короче. Ты главное в меня не стреляйте, то сел уже на... А, да, точно, у тебя же бочка. Ё-моё, баллон с газом, иди сюда. Я забыл. А что это такое? Ой. Ой-ой-ой. Это опасный был шаг. Может быть. Мы этого уже, наверное, не узнаем. А вон они где. Так ты и есть черный, что ты переживаешь? Ты ж черный. Значит, ты будешь нашей жертвой. Ладно, бочка, пока. Я с тобой, когда что, общался. Я с тобой было весело. Тебя плевали.
Мы взорвали уже жизни. Так его же взорвали уже. Макдональдса и... Все, все. А, не, не все. Все. Пойдем. Вот я оптимист, понимаешь. Я ведьму не нашел, это печально. Куда? Куда побольше я. На мостик. Так это еще не все. Хорошо, тепло и мало земли. Ну по мне курит. Да я слышал эти записи залагать. Или нет? Какие они красивые все. Все. Ох. Пошел бы возьму таблеточку. А куда? Ну ладно. Ведьма. Тут где-то ведьма. Иди первый. Да, короче, сам пошел ведьму искать. А, вон, я ее нашел. Она сдохла? У нее в зоне часов кровь. Если вы понимаете, о чем я. Так, все, хватит. Блин. Так, мы набрали. Это ж ведьма. Я полечусь. Хватит. Ну, блин. Ибо нефиг. Ну, наконец. Вообще защита, как всегда, все место. Так, хорошо. Так, уже получше, хотя нет. Два первых места. Ну. Три первых места. Ого. Иду на рекорд. А ну давай, все, четвертое. Блин, не показали, ну ладно. О, ты, короче... А как люди... А, блин. Ну, смотри, я... Так не тесно. А, класс. Ладно, а мы пошли, короче. Ты будешь ранкилки. О, я вижу небо. А мы пока пройдем игру. Да нам еще чуть-чуть осталось. Нам еще вот эта последняя глава, по-моему. Ладно, я попробую метить, может что-то изменить. Как? Бля, бомба сделана из батареи. Че? Из чего бомба сделана? Там батарейка. Все, пока всем. Ты зас... Отлично. Меня не чуть-чуть потянуло. Он сказал, о, йо, и все. На этом... А у тебя только одна бомба? Спасите меня, я раньше. Да ладно! Я все равно к тебе не доберусь. Да ну. Это, наверное, баг, связанный с тем, что ты остался возле двери. Так, тут ничего нету, блин. Блин. Да, на самом деле прискорбно. Ну посмотришь за нами. Или тут есть рез. Я не знаю. Я сейчас тут. Мне тут это идет сейчас жизнь обратно вниз. Баба, сюда. Я кричаю, помогите, помогите. Угу. Кричаю. Да. Все такие зомби выбегают, такие. Вставай, брат! Да. И я снова зомби. Угу. Курильщиком. Курильщиком или толстяком? Кто там? О! Мне показалось или ты зарезался? Нет, не показалось. Дай показать. Вова! Да, это... Где? А, ну. Я теряюсь. Долго? Да, я кое-что заметил. А ну? Я когда воспроизводил запись, не было слышно вас. Да? Что, не ловит? Блин! Не ловит звук, бандитам? О, это же выход. Вова, сюда. Угу. 48, 45, 42. Быстрее. У меня уже глаза темнеют. Я слышу ведьму.
Я вижу свет в конце туннеля. Все уже? А, нет, это мой фонарик. Так. Все, конец. Пока. Класс. Франсис! Вы погибли, вас скоро спасут. А, точно, вы подсмеваете свет, и я там такой оказываюсь. Угу. Я буду сейчас вам кричать, типа, спасите. Вон, видно. Я знаю, только ты не стреляй в нее пока. Хотя ладно, давай. Сдохни, мразь. О, слушай, у меня есть такой вид. Побежали. Опа. Итак, вот они идут. Героически спасать планету. Планету спасать. Мы себя спасаем. Быстрее, Зоя. Зоя, давай. Зоя прикрывает нас. Снимай, это надо снять. Блин, ну реально, получается один дохнет, и ты снимаешь. Офигенно. Так, Зоя зашла? Блин, пока, ребят. Все. Ее. Ноль. Тебе повезло просто. Это, наверное, самый эпичный. Самая эпичная часть будет у тебя. Блин! Как так? А, ты же ей в башку садил, точно. Я крутой. Блин, ну думай, как все записать, так, чтобы было и вас слышно. Ну, я, например, пишу, знаешь, и звук весь, что идет, он идет через колонки. И пишу на один микрофон через бандикам. Я же так и думал, получен минимальный урон. Мне 80. Так, ты зарезался? Да, я. А тут аптечки есть? Да. Пистолет есть, аптечка есть. Какая голова? Это последняя, по-моему. Это тут, это кукуруза будет. Да? О, то это точно последняя. По-моему, тут. Короче, ааа! Извини. Блин, а, это не вы, это зомби. Ну, бочка. Блин. Там канистра с бензином есть. Там канистра с бензином есть. Возьми ее. Где бочка, это блин? Возьми канистру с бензином. О, танк. Кого стреляет? Это, кстати, сказал мой персонаж. А блин, не стой перед моим прицелом. Бежу. Охотник. Да ладно, я уже заметил его. О, что это было? Это я. Зачем? Я думал убить охотника. Зачем ты это сделал? Пришел. Наверх. Я слышу толстого. Я вижу толстого. Кукурузное поле. Прекрасное место. Ведьма! Аллилуйя! Поднимите меня. Это блондинка. Жгучая. О! Вашу мать! Пожалуйста. Пожалуйста, прикройте меня. Вот, спасаю. Все. Бежать. Да не, я полечился. Ой, я тебя. Я теперь отмахаюсь. Обожаю кукурузные поля. Надо текать. Куда текать? У нас нет шансов. Идите нафиг! Блин, я в клетке. Все, мне хана. Ребята, спасите, я заблудился. А, ну, все. Не надо в меня стрелять. Ой, я попал с такого расстояния. Нет, ты не попал, я просто испугался, потому что пуля свистнула. Так, где-то тут должен быть дом. Нет, у меня уже нету. Ой, тут сейчас будет пати.
В дом. Все в дом. О, готово. Постучок. Задувший. Ребята, не обижайтесь. Теперь этот дом мой. Где подстаканчики? Все. Куда? О, подожди. Так. Вызвали? Нажимаю. Да, нажимай. Давайте все в туалет заберемся и все. Все в туалет? Ну окей. Нет, я на второй этаж, на втором этаже безопасно. Я в ванну. Ну вот. Фонарик выключи только. Ну я тут. Я тут прячусь. Зоя, иди сюда, составь мне компанию. Зоя, дура, иди сюда. Зоя. Зоя, Зоечка, Зоя. Смотри. Зоя. Зоя. Зоя, иди сюда. А, подождите, там же надо ответить, блин. Блин. А мы уже попрятались, короче. Сейчас я отвечу. Да, блядь, мы готовы. Все, мы готовы. Бежим нафиг. Детская комната. Все, прячемся тут. Игрушка. А, это ты. Извините. Это гость. Тут был курильщик. Толстый! А у меня большие проблемы. Хотя нет, Зоя меня прикрывает, поэтому... Зоя дура, блин. Зоя нормально, она меня защищала. Дверь в туалет открывает. То вы в туалете спрятались, да? Вот вы малодушные какие, а? Дверь. Мне уже нету. Кого, двери? Детская моя. Все. Все? Я спрятался. Не верю. Ага, все. Ни хрена не все. Ну. О, чтобы было видно. Прикиньте, тут стену пробили. Ё-моё. Стену пробили. Курильщик, выплюнь Зою. Зоя, вставай. Зоя, ты сможешь? Зоя, пойдем в комнату. А, спасайте! Толстый! Обосрал. Танк? Не может быть. Нет, блядь! А, я упал! Куда? Нет. А, тут много всякого. Где-то твой. Да не в меня, ну. Комната. Ох, кошмар. Все, у меня два патрона, мне. Все. Ох, кошмар. Все, мне хана, походу. Что, вы все уже уехали? Как вы посмели? Капец. Танк. Здорово. Все нормально будет. Ой, сейчас опять налет будет. Спасибо. Да ради бога. Аптечку не дам, даже не проси. Да. О, все, как-то на мне. А нет, я живой. Кошмар какой-то.
тупо ад. Не поднимайте меня, я пока отстреляюсь. Не поднимай, не поднимай, я ж пока отстреливаюсь. Так, надо, надо срочно полечиться. Все, я фиксирую пока что. Угу, все, спасибо. Фу, у тебя есть еще патроны на эмке? Охотник! Ой. А, точно, блин, внизу ж, патроны лежат. Че это клип? Ой, ой. Блин, блин. Ох, кошмар какой. Сейчас. Все, спасся. Поднимайся. Поднимайся, Сатя. Блин, да еще и охотник, сбейте, сбейте нафиг. Все. Фу! Там кто-то есть. Подождите, я лечусь. Вова, полечись, полечись. Тут аптечка еще есть. Где? Вова, вот на столе. Что там опять? Ты где вообще? Ты что туда поперся, скажи мне, пожалуйста. Капец. Стреляй в танка. Макс, стреляй в него. Ого. Стреляй в него. Да, блин. Там есть еще аптечки? Ух, не может быть! Открывай, 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 у меня 12... Куда ты поехал, блин? Забери меня! Я не вижу места, Все. Да не мог... О, охотник! Охотник не поехал с нами. Все. Хорошо. Ох. Да, всем спасибо. Если хотите быть популярными, заходите на канал шоу проекта «Что это?», также в группу ВКонтакте. Ссылки в описании.